Антон, сегодня команда на первую четверть вышла будто немножко не готовая, задержалась будто в раздевалку. Разрыв практически в 20 очков был после первой четверти. В чем причина? Ну, в первую очередь дали им сделать очень много бросков. Бросков не то что свободных, но это их броски были. Очень хорошо они убежали в отрыв, мы с этим не справились. Потом после этого вроде начали отыгрываться, но где-то подвел процент, ну, скорее всего, процент. Что уже по горячим следам в раздевалке успели обсудить? Ну, то успели обсудить, что так нельзя проваливать старт игры. Ну, как бы акцент был на этом. Спасибо, удачи.